Всем привет! До Нового года осталось считанные дни. Вот такая вот цитрусовая елка уже с плодами будет у деда украшением стола. Я вам сейчас расскажу о биологических засобах защиты растений. Делает биоцентр Одесская область. Я не буду сильно рекламировать, потому что Ютубу не нравятся такие вещи. Поэтому вы через Google найдете биоцентр. Они делают бактериологические защиту, культурные бактерии. Я обрабатываю растения комнатные, вот планрис. Это бактерии, которые дезинфицируют почву. Желательно в самом начале, даже растение еще не посадил, а землю обработать планризом. Значит, здесь указано внизу вот процент обработки 1-2%. То есть 100 мл на 10 литров воды или 200 мл. Но надо повторить будет. Через неделю обязательно повторить. Планрис подготовит почву для растения, для корней. Сделает удобоваримую пищу для корней. А потом можно использовать метаризин. Это другие бактерии, которые позволяют... Короче, эти бактерии питаются хитином насекомых. Трипсами, клещами, там все, что найдут, даже колорадские жук, личинки, их грибок этот съест его. Тоже, опять же, повторить надо хотя бы через неделю. А вот и сам результат укоренения нашей джинуи. Посмотрите, вот такие вот стаканчики уже готовы, и растение прижилось. Теперь что, опять надо укоренять? Потому что они разрастаются. Мы опять же оставим 2-3 почки внизу, остальное срежем. И смотрите, через несколько дней у вас будет вот такой вот вариант. Со срезанного опять пойдут почки проснуться. Листики дед себе забирает. А видно оно даже через это прозрачное корни. Видите какие? Они по над стенками идут. И вот как только он начнет вылазить, надо будет пересаживать его. Спасибо, что заходите. С наступающим Новым годом. Здоровья и мира вам. Пока. До новых встреч.